Скажите, пожалуйста, имеет ли значение, когда повторяются сны? Нет, не имеет значения, когда повторяются сны. Сны ни о чем не говорят обычно. Нужно бояться снов, которые предупреждают, где в человека влазит что-то плохое. Что это может быть плохое? Если это пауки, то тогда вас ожидают неприятности с законом. Если в рот прямо влазят. В случае, если... Или другие насекомые. В случае, если вы достаете, наоборот, решите. В случае, если в человека залазят черви, то это к изменам. В случае, если стрижете волосы, это тоже плохо. Если одни и те же сны, это как сны дежавю. Они говорят о том, что, скорее всего, вы проходите этап такой, который преодолеть не могли. Таким образом, вы его преодолеете, и, скорее всего, жизнь ваша изменится в лучшую сторону. Что дежавю в жизни живой – это плохой знак, а дежавю во сне – хороший. Поэтому одни и те же сны – это отрабатывание вашей кармы. Вот если читать мантру на ночь, он Кришнаю Судывая Харе, Параматмане Паратат Клишанашая Говиндая Намонамах, то тогда у человека снятся обязательно плохие сны. Это отрабатывание кармы. Они могут быть самые неприятные, самые фантасмагорические, такие как страшные картины, который рисовал, не знаю, Босх, только отснятый, наверное, Сальвадором Дали или там Вермеером.